зависли вверху, что ли? Я не пойму. Полин, посмотри, пожалуйста. Полин, кот спряталась. Давай, вылезай. Полин, вылезай. Вылезай. Давай, давай. Помоги мне. Вылезай. Помоги мне. Вот я нашел тебя. Ну вот же ты. Ну как нет? Полин, вылезай. Полин, вылезай, пожалуйста. Ну, сам разбирайся. Что такое? Ничего. Непременно опять ошибка. С двумя «н» пишется, все правильно. Непременно пишется слитно, а не раздельно. Слушай, пожалуйста, ты можешь это прекратить? Какая часть речи непременно? Слабо также? Чисто случайно попало. Хорошо, давай попаду еще раз. Если это произойдет, то ты мне рассказываешь правила, как пишется «не» с наречиями. Давай. Давай. «Не» с наречиями. Без учебника. «Не» с наречиями пишется раздельно, так. Кроме всегда, угу. Кроме тех случаев, если слово не всегда, если слово не употребляется без «не». Например, слово «непременно». Есть такое слово. Слово «непременно» нет. Значит, слово пишется раздельно. Как пишется? Значит, слово пишется слитно. Backstreet Boys. Backstreet Boys. У меня 4 кассеты было. Show me, hey me, cause it ain't no high. Bye 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 bye. Что вы делаете? Сейчас напишу правила. Это что за бумажки? Я накидал. Зачем? Мы так учимся. И что выучил? «Не» с наречиями пишется раздельно. Кроме тех слов, которые не употребляются без «не». Например, слово «непременно». Есть такое слово. А слова «непременно» нет. Значит, слова у нас пишутся слитно. Матери придешь домой и расскажешь. Это что за мужики? Это Backstreet Boys. Откуда все это? В смысле? Это мое, я из дома привезла. Где мусорное ведро? Как? Ты что, с ума сошел? Ты что, выбросить хочешь? Пожалуйста. Ты оставить их хочешь? Дима, пожалуйста, ну пожалуйста. Зачем? Ну, зачем это тебе? Осторожно, пожалуйста. На стену вместо обоев повесим? Это мои детские плакаты, я ими очень дорожу, пожалуйста, не надо их выбрасывать. Дима, ну пожалуйста. Хорошо, только не вешай их никуда. Я не буду их никуда вешать, все, я не буду их никуда вешать. Берем давай в тумбочку их куда-нибудь, ладно, прошу? Да, я все сделаю так, как ты хочешь, пожалуйста, не надо выбрасывать ничего, пожалуйста. А да, зачем мы достали? Ну так надо было, все. Ну хватит. Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд. Ну... Не так надо читать. Как дуэль элегантно. Дуэль, господа, ты же кавалер. Прости. Должна быть какой? С тяжелым исходом. С тяжелейшим исходом. Да, да. Иначе, я добавлю вам, это будет только дурацкая жалость. Пожалуйста, прекрати. Тихо. Слабо меня переглядеть. Поздравляю. А барашка? Ну барашка хочу, нет. Ну ты вон как здорово стрелять научился. Вот теперь давай сама и выигрывай. Ну я не хочу, чтобы ты меня выиграл. Ну пожалуйста, пожалуйста, а кто учиться будет? Да мы уже все выучили. Леш, Леш. Дай сюда, а? Не трогай меня. Не трогай, я сказал. Пойдем поговорим. Я не хочу никуда идти, мне очень нравится смотреть. На что смотреть? Я тебя просил брата учить. ЕГЭ готовить, а не играть с ним. Значит, я сейчас сам к нему подойду и все скажу. Что ты мне скажешь? Я скажу, что все, занятия у нас заканчиваются. А зачем я все это начинала? Все, мы больше не будем заниматься, что мы больше не будем видеться, что я ему все объясню. Просто он сейчас с тобой не будет говорить, он очень злой. Меня он послушает и сделает так, как он. Не надо. Дима не хочет, чтобы я тебе больше преподавала. Он вообще не хочет, чтобы мы виделись. Тебе что, все равно? Да. А что ты тогда стреляешь-то до сих пор? Лёш, Лёша, подожди, Лёш, ну подожди, ну пожалуйста, ну стой. Да что, Лёша, ну, Лёш, ну стой, да я пройду. Да прости, подожди, пожалуйста, просто выиграй мне эту игрушку, пожалуйста, я очень хочу, что я с тобой хочу. Дай овцу. 200 рублей, 10 выстрелов. Тебе жалко, что ли? 200 рублей, 10 выстрелов. Все? Да. Чего? Нет, ничего. Тебе не нравится? Да нет, нормальные шторы. Оранжевый, кислотный цвет, любовь, позитив. Давай другие купим. Да нормальные шторы, пускай будут эти. Ну, поехали другие купим. Не надо, не надо никуда ехать. Не надо, не надо никуда ехать. Поехали купим. Не надо никуда ехать. Все. Хорошие шторы. Будут эти. Дим. Чего? Дима, подожди, подожди. Стой здесь. Давай, давай, бери ведро, подойди сюда. Ставь сюда. Быстро. Стирай. Я не буду. Написал, стирай. Давай, 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 не робей, быстрее, быстрее. Ты же можешь. Тут у нас вот такой большой, да? Непременно. А ничего, что ты даже здесь его по не написал? А ты можешь к нему идти. Что? Он в тире. За барашки побежал. Еще один идиот. Ты сама допустил. Уйди от меня. Я говорю, отойди, меня вообще не трогай. Дим. Как жаль, улетай, хай, хай, туда, где время качает свой маятник. Улетай, хай, хай, туда, где мир открывает нам тайны. Улетай, хай, хай, туда, где время качает свой маятник. Улетай, хай, хай, туда, где мир открывает нам тайны.